Тут на пруду северный обнаружен бобер. Вот он тут вырыл себе. Вот там брал, вот он натаскал сюда. И нору себе организовал здесь, бобрина какой. Он там, внутри. Видно там. Вот его тут материал лежит. Вот такой бобер. А мы идем туда, к сливу. Снегу много. Сегодня закончили копать траншею между мостиками. Приехали сразу на снегоходе сюда. Бобер тут уже потрудился. Идем след в след. Так оно все выглядит сейчас. Занесло снегом все озеро. Вот, тут крепенько. Вот, все это мы тут, тут же забор стоит наш, его не видно. Мы тут. Да, вот где-то. Ну вот где-то здесь, да. Аккурат тут это и есть, наверное, да. Вот эти вот. Вот это распорки видно, вот такие вот горбы. Плотно стоит, да? Ладно, пока примемся за работу. Себя сниму. Вот мы и закончили очень быстро с северным прудом рыжковским. В два маха расчистили, ну в пятером, конечно. Ходят уже люди. Вот как озеро пойдет. И водичка пойдет сюда, пойдет. Вот так вот. И все. Все. Я ухожу. Вот так оно. Надо догонять. А то уедут без меня. Конечно, не уедут. Тут забор наш погребен полностью под снегом. Сейчас еще раз бобра хижину заснимем. Бегу. Стройматериал забыл. Бобер, выходи, бобер. Про бобра что в Библии сказано? Не слышал такого. Вот и закончили. Вообще говорят, лучше на сапоги одевать сверху штаны, чтобы всех не засыпался.